Всем привет! ПВЗняшечка вернулась. Я, говорит, ты не уходила никуда. Ты уходила. Ты на ночь уходила. Ну, так. А, я купил, кстати, себе. Купил такой. Я таки смог, таки набрал, таки у меня получилось. Я таки с это, пеньку кое-как дождался этого зомбоса и добил. А, через 8 часов. Сегодня раз, когда заходил, писал через 3 минуты. Я не знаю, как эта херня работает, честно скажу. Мне оно стало неизвестно. Но нужно сидеть, да, типа, дождаться. Когда дождался, пришел, типа, успел, прошел и того сну. И молодец, и повезло тебе. А не успел, не прошел. Где ты? Где ты? Блять, опять. Реально опять? У меня опять сбились. Да вы гоните. Что это последнее время зачастило. Опять избранные растения, смотрите, да? Ой, это, кстати, возможно, да, происходит. У меня почему-то перестал правильно отключаться этот блюстак. Может быть, из-за этого, но он как бы криво как-то отключается. И происходит какой-то глюк. Ну ладно, короче, я сделал ее. Вот она. Вот он. Вот тигрюша. Тигряшечка, тигрюша. Надо будет его опробовать. Но я его много раз уже где опробовал. Он везде себя показывал отлично. Значит, он и в следующей катке себя покажет отлично. Аренка новая. Ну, как новая? Ну, уже не новая. О, бесплатная перчатка. О, реклама. Там в рекламе. Хочу пасту такую, такую, такую. А доставили творог. Интересно, блин. Хочу пасту. Хочу. Перехочу. Так, о, ты. Я ж купил это все. Интересно. Как это все работает? Непонятно. Как-то криво вышел, и поэтому... Ну, я куплю еще. Мне не жалко. Прикольная, кстати, эта фигня. Я ей пользуюсь сейчас в ПВПшке. Хотел ПВПшкой называть. На аренке. Ой, я тебя могу прокачать, попозже прокачаю. Что я хотел? Еще без... Да, то есть я сегодня уже 4 перчатки получал. Или оно типа не сохранилось каким-то образом? Ну не, у меня не было 19 точно. Не знаю, короче. Хотел показать, как я играю аренку. Там дают растения, с помощью которого нужно играть. Но как с ним играть, я не знаю. Я играю по-своему. Сейчас покажу. Я 4,5 ляма набирал неоднократно. Не знаю, сколько сейчас наберу. Блин, да, ну реально нету, смотрите, да. Почему так произошло? Тут не... Блин, обидно. Вот вообще жестко. Так, мне нужны по-любому кабачки. Да? Да, кабачки я беру с собой. Кабачки я всегда беру с собой. Я всегда беру с собой. Кабачочечечки. Так, тебя не беру. Да где? Ну, сейчас ищи все. Блин, да почему сбивается-то? Есть какой-нибудь способ сохранить? Их тоже, да, по-любому беру с собой. Они хороши, они могут. Вот они берутся с собой. Так, кстати, тебя вот так вот сделать. Минки нужны. Мины. Мины, кстати, вообще крутые на самом деле. У них такая еще ульта крутая. Да где вы, мины? Орать хочется и ругаться, если честно. Вот они, блин. Так, кстати, тебя я не беру, конечно, с собой. Тут ты не нужна, но тебя беру с собой. Ты тут нужна. И еще беру с собой могилоеда. Точно. Могильный разрушитель. Могилоед ты, короче, тоже, да? В избранное. Вот такая у меня, вот такой вот у меня. Такой вот у меня прикид. Ну, пусть будет прикид. Так, ща вы увидите, ща вы поймете, ща вы познаете, ща вы почувствуете это. Прикид. Вот так вот мы играем, да. Вот так вот мы играем, конечно. Угу. Вот так вот, да-да-да, вот так вот, все верно. Воу, данули-ка все, поехали. Кстати, мне вот эта аренка понравилась, забавная. Ну такая, она пока забавная, потому что только началась. А когда в нее сотый раз сыграю, она меня будет бесить, я в этом уверен. Так, сюда и тебя вот, да, кушаем, конечно. Так, а, там вы еще, ну давайте сюда поставим. А, ну ладно. Так, вот сюда. Угу. А кого? Вот ты, давай кушай. Угу. Давай уже вылезай. О, спасибо. Пошла жара.
На тех сверху насрать, пускай идут. О, мне вот это нужно в первую очередь. Вот сюда, угу. О! Да вообще интересное на самом деле это. И убьете его, давайте уже убивайте. И вот это, кстати, сюда посадим. А вот это мы съедим. То есть... Ни одна не выпала, ничего себе. А где ульты? Ну, блин, хреново пошло то, что ульта не выпала. Во, две, да? Мышку потерял. Во, можно жарить. Так ужарить можно. Вот так вот, да? Так, это вам. Ага, и вот так вот будем мы сейчас продолжать. Ага. Так, это вот сюда. Так, могила еда отправить. Ульту мне добывать. Так, жарить, жарить, жарить. Вы что не жарите-то? Здесь жарим, говорит, не хотим, возможно, жарить-то. А я говорю, нужно жарить. Давай, давай, давай. Жарить, жарить нужно. Серьезно вам говорю. Да дайте денег-то уже. А, 2300 нужно. Так, сюда ставим, да? Так, вот этого не знаю зачем, поставим на всякий случай. Так, жарим, вы чё? 50 секунд осталось жарить. А нам нужно чит-пол, это. Во, жарим, не останавливаемся. Вот это да, делаем. Еще жарим. Так, могила еда, отправляем кушать. Могилы есть. Давай, жарим, ну. Как никогда не жарили. О, они убили, что ли? И нечем жарить, ничего себе. Вот это надо съесть. А, нет, убили, молодцы. Блин, нету, да, ульты, реально. Эх. Ну, у меня должно было сейчас еще быть много. Во-во-во, ульт. Ну, я где-то всрал и не получил ульту. И поэтому, как вы видите, только 4 ляма сделал. Вообще 4500 как с куста. Не очень зашло. 4 ляма против 244. Я не знаю, для чего это растение тут нужно. Возможно, оно бы как-то пригодилось мне. Я даже не знаю, что оно может. Я выпускал его погулять. Но оно как бы это... Что-то там кулачками своими побило и ушло. Не понял, что сделало. Оно было, возможно, даже бы полезно. Вот такая у меня тактика, да, здесь. Можете использовать. Все легко и просто. У меня даже еще растение вот это не прокачано. О, еще перчатка. А, ну да, она была. Еще и сыграть бесплатно, да, блин. Только что побил свой рекорд, хотел показать 5600. Уа, мощь. Против 380. Мощная мощь. Да, быстрей. Да что ты только классная, пожалуйста, дай что-нибудь. Ну... А, молодец, вот, главное попросить, да? Мины, это хорошо. Мины, это прям великолепно. Мины, это, Мина Александровна, это учительница. Нихера там кто-то, чувак, разошелся просто. Так, кого? А, вот тебя могу апнуть, что дашь? Урон, ну, типа, простой урон, если, ну, ладно. Не знаю, что этот урон, что это значит. 5000 на третий уровень. Хера себе. А, у нее потом количество утаскиваемых зомби будет расти. Понятно. Блин, а почему я тебя не это? Не добавил в избранное. Хотя зачем ты меня сейчас в избранном? Так-то если подумать, да? Минки у меня сверху должны быть. Вот, вот, да. Урон не вырастет? Реально, урон не вырастет? Ну, хоть перезарядка вырастет. И в следующий раз урон не вырастет. Ну, конечно, очень, да, я мечтаю тогда ее... Ну, видимо, что-то другое растет, да? Видимо, в сантиметрах там это измеряется. Ладно. Обидно, конечно, досад. 96, ну, 66 недавно был. Я думал, скоро догоню. А, ща, бля. Он решил все. Он решил тут первое место занять, походу. Негодяй. Я как бы не буду упарываться, пытаться его обойти. Да буду, кого я рассказываю.
Ну, понятное дело, что за кристаллы я не буду покупать. Так, вот это пройдем. Там интересно, минут-то уже прошло. О, опять тут любовь, да? Вы ты-то видели Гаргантюатова? Так, ты что можешь, интересно? А, я помню, я тебя видел. Да-да-да, ты именно это и делала. Любовь, так сказать, им давала. Любовь для гробиков. О-о-о. А что тут только любовь будет, типа? Нифига себе. Реально. Любовь-то хорошо. Что, кто там? А. Мы тебя не звали сюда. Ну-ка. А что, как любите? А вот вы как любите. Скажем так, неплохо любите-то. Да, да, третьего сделаем. До второго. Так, кто там? А там ведро идет. А ведро-то не жалко. Вот это вот, да. Ой, блин, снизу. Надо станчик прописать. Угу. Тогда сюда второго делаем. Ну, ведро-то ведро. Ведро бедросович, ну. А это что там? Шарик? А, это типа, да, это как этот. Да-да-да, я понял. Нихера себе. Идет такой, да? А если мы бахнем вас, смотрите, да, так. Так, тебя застанет надо по-любому. Ага, вот сюда наделаем. Да ну ты брось, у меня еще орех, кстати, будешь. Так, куда сюда давайте поставим. Нихера, как ты быстро кушаешь. Вот это слопал он, конечно. Ага. Это станчик надо. Ага. Это вот, да? Уберем. Не, не буду тратить. А что, только ведра и все, что ли? Да ладно, что-то грустно. Ну, станчик пропишем. Давай тебе пропишем станчик. А тебе ореха дадим пожевать. И не говори, что мы злые. С Валентинкой шел. С любовью к вашим мозгам, да? Прошу руку и сердце ваших мозгов. Выдайте мне их, пожалуйста. Давайте вот тут найдем. Парвин. Я так и не помню, что он может. Ну, что-то может. Ну, васаби кнут это за рубли. Ну, не полторы, не тысячи, конечно, споров нет. Это ровно на 500 больше, чем 1000. Лучше бы мне чего-нибудь другого дали. Чего только не знаю. Чего-нибудь классного. Ну, Варвинь, может, он и классный. Но я не понял его. Я с ним плохо знаком. Ты что? Вообще что, реально? А, ты вода, да. Ты то, когда было мокро. Так, тут сад у нас. А в саду? А в саду у нас пчелка. Иди пописи. Ну, не знаю, что тут как бы. А чё это? Деньги-то не забрал. Не нужны? Все. Да, дай сюда, ты чё? Ну-ка. Ну, орех? Не, конечно, не. Не знаю, где их использовать сейчас. Да тоже не, вообще абсолютно не. Такая у них ульта странная вот у этих вот. Ну, бомбосят. Ну, ты прикольный, но нет. В целом. А вот деньги всегда, да. Вот деньги, вот это как бы полезно. Так, интернет отрубим. Бы реклама нам не докучала, но... Так. Последний мир остался. Не, не под... Вот это тоже что-то есть, мне кажется. Ну, должно быть. Ну, или это типа на будущее подготовили. Но мне кажется, что-то там будет. А это последний мир, да. Последний мир открытый. Который мы можем осознать. Не сразу ее дадут. Ну, она не прикольна без этих, если не темными... Темными растениями, да. Давайте называть тогда их черными. Проект Парадокс начинается прямо сейчас. Проект Парадокс. Ну хорошо. Тревога, пользователь Дэйв. Сейчас мы в минутах от того, как
Ваша версия из прошлого съест свое тако. В минуте от того, то есть сейчас ты... И позволю себе предположить, доктор Замбос попытается помешать этому. Наши приключения рискуют исчезнуть бесследно. Нет! Так ты так это не нашел, что тебе? Прости, я был занят тем, что кричал «нет». Ты что-то сказала про тако? Нам следует быть начеку. Доктор Замбос нашел... А нашлет на нас зомби со всех уголков времени. То есть тут будет... Така! То есть тут будут все зомби теперь. А, ну это первый зомби. Ты? Ну ты, понятное дело. Ты, да, понятное дело. Ты, да, конечно. Ты будешь мной пробуем. Как... А для тебя мы еще сделаем вот это вот. Где-где-где? Мята? Мята? Мятка? Мятушка. А все, больше мне никого, в общем-то, не надо. Легкие же катки. Начальные. Ну, давай тебя возьмем, чтобы было. И... Блин, опять вот все сбилось, и теперь как бы... Ну и банан возьмем, да, с собой? Где у меня вот... Вот это вот хочу, чтобы было, да. Я иногда ей пользуюсь. Вот эту хочу обязательно, тоже иногда пользуюсь. Аж бесит, блин. Почему так происходит? Как сделать так, чтобы больше это не происходило? Вот это обязательно должно быть сохранен, да, в избранных растениях. Они избраны были мною, чтобы совершить подвиг. Вот как... Самое сильное мое растение, салатик. Поехали. А он не избран, представляете? Салатик не избран. Он должен быть избран. Так, тебя мы сюда поставим. Угу. Ты вот тут обахнешь, короче. Ого. Уже хочу, уже мяту хочу посадить. Так. Ну давай так вот. Тебе вот это вот, а тебе нет, тебе кису. Будешь брать? Киска. Ням. Ням. Их я знаю, что надо ближе сажать, типа. Но я пока решил здесь. Так, ну тут справятся. Ты тоже, ты же справишься, да? С этой проблемой. Да, да, он справляется. О, еще сразу ульту мне дали, спасибо. Вот так вот, да? Угу. Вот сюда. Да ты давай сюда. Почему именно они должны будут пропаны быть? Не знаю, хочу так. Считать, что лучше его... Ох ты, это что такое? Разломы, значит, тут будут какие-то, да? Это что-то как-то слишком быстро. Хоть бы это... Подождали чуть-чуть. Вообще молодцы, кстати. Еще посадим, да? Блин, мне мяту бы пользовать, да? Так тут негде ее сейчас пользовать. Вот так вот, ну. А чё, куда ушли-то? У нас столько дружбы намечалась, а вы ушли. А зачем? Я вот вообще делал... Их один раз-то капаешь. Как я понял. Выйти не успел, бедняга вообще. Аж прям жалко тебя. Надеюсь, будет мощная большая волна. Ну давайте поставим. О! Нихера себе. Так, быстро. Давайте быстрее, ребзя, блядь. Да? Хотя бы одного сделать. Нихера вы нарезаете. Вот это нарезатели, конечно. Вот это молодцы.
Да, я знаю, сейчас ты будешь напишешь, что все абсолютно задания у тебя выполнены, ты молодец. Зачем я сюда пришел? А. Следующий уровень, конечно. Наверное, нажал как-то случайно, да? Кошечки прям, да? Рубят просто капусту. Шинкуют. Но тут-то нету этого. Гороха стрел, как он там? Темный горохострел? Или какой он там? Призрачный? Темный? Ночной? Вот этот что за чел? Сумеречная метательница. Ну это какая-то катапульта, по всей видимости. Ладно, так. Поехали дальше. Я хочу играть с кошками. Я играю с кошками. Лунный цветок вырабатывает солнце, но это далеко не все. Он также излучает особое свечение, усиливающее другие растения его вида. Ну да, это комбо-вомбо, но у меня нет ни одного темного растения. Если посадить несколько лунных цветков рядом, их сила значительно повысится. А, то есть их можно в одном месте сажать. Подозреваю, они будут аналогично влиять на любое другое теневое растение. Теневое, да, теневое. Не, темное! Я сказал, темное, значит темное. Оно как черное. Только, знаете, вот это черное скрещено с белым. Вот когда происходит как раз таки темное. А теневое это уже что-то там к ниндзя. Давайте им оставим, да, это? Тако! О, вот так вот сразу? Ничего себе. А чё так? Вот прям вот так вот, да? В первой уже картке Гаргантюа. Вот во второй, ладно. Ну, мы будем его использовать, потому что там его дают, а так все остальное, кроме тебя, да. Чё б ещё-то поиспользовать? Классное такое. Бананы возьмем. Нет, брать не буду. Она классная, когда есть крутые ульты где-то, да? Да. Ну, здесь нет крутых ульт. Хотя на бананах можно крутую ульту сделать. Вообще вот так вот сделаем, давай. Где? Ну где ты? Где ты? Вот. Она. И она. Ага. Ага, вообще, вот смотрите, да? Идеальное сочетание, мне кажется. Это лучшее, что придумал этот мир. Да, знаю я. Поскольку даешь? По 25. Но тебе нужно рядышком еще одно посадить, тогда... Или трех еще посадить. Вам рядышком нужно. Так, это тебе. У меня нет больше теневых, так что... Насрать. А сколько вам надо-то? О! 75 стало давать. Трешечки, да, хватает, типа? Бьешь, да? Ты сможешь, ты справишься. Я поможем, если что еще. Хера, он такой, у него такой урон, да? Вот у кошака вообще просто дичайший. Да, у него есть минус то, что его могут самого убить. Блин, зачем сюда кабачок поставил? Ну, в принципе, ладно. Да? Да дай сюда. О. Да, поставим, да. И подключим, да, вот это вот, да. И вот это вот сюда еще. И вот так вот, да? Сейчас не понимаю, как это все работает.
вам, кстати. О, его надо быстро убить. Ага, он опасен. Мы знаем, что он опасен. Ты чё там жрёшь-то, слышь? А, у меня кабачок есть. Да, кабачок уже. Вот еще запустим, да? Да, запустим, вот это вот откроем. Ха-ха-ха-ха. Все? Все? Это все, что вы можете? Это да, сила ваша. Из всех, говорит, эпох насобирал он зомби. Самых слабых зомби насобирал со всех эпох, да? Ну, они будут хороши, наверное, потом, да? Сейчас... А я не понял. Вот... Как сделать так, чтобы они все светились, а не только там вот сколько-то? Их нужно, чтобы три штуки было, да? В одном месте. Тогда она двойную дает дозу. Соточку. А если их две, то... Если их одну окружит, она будет 1000 давать. Чё, у уменьшающей фиалки весьма говорящее имя. Так мы знаем. Она действительно уменьшает зомби, тем самым делая их слабее. А ну прочь от моих лодыжек, крошечные зомби. А, вот это шутка была. Что-то я сегодня сонный какой-то. Сейчас глазки протру. Ух. Ну реально, да. Вон тот, кстати, говенный зомби. Тот, который это... Бластером из глаз. Надо глаза промыть, сходить сейчас после этой катки. Давай быстрее тогда, че? О, дракон, ничего себе. Вот так вот даже. Неожиданно. Хера, у тебя какая прочная газетка. Вообще. Ты где такую газетку-то взял, слышь? Сожрал, он вообще дикий. Что это было? Что это было реально? Там целый фрукт стоял. Надо бы фиалку на него уменьшающую, видимо, сделать, да? А то что-то как-то это... Ну, там Гаргантюа потом выходил. А, нет, вот это вот. Фух, успел. Аж страшно становится. А что только один? О, роялька. Так, восстанавливать некого. Сюда, да? Нет, сюда поставим дом. Угу. Это сюда. Да. Это сюда. Да, ты иди сюда, ты сюда, да. Тут мы уменьшим на всякий случай. Не уменьшим, да? А тут уменьшим. Тут уменьшим. Так, этого надо по-любому уменьшать. Это опасный тип. Вообще, ну вы видели, что творит? Дикий. Так, ну. А, вот так вот даже, да? Ну, тут-то понятно, что нужно вот это использовать. Ага. Ууу, полегче, полегче. Ты что, ты что, ты что, ты что? Да. А,
не достало, что ли, или что? А, он заехал с этой херней. Там лазером, да, бластером сейчас будет. Давай вот сюда вот. Ну все. Да я знаю фиалку. Фиалка классная. Я даже спорить не буду. Она мне нравится, как это... Как утилитарное растение. Оно везде может по факту зайти, где есть жесткие жирные мопцы. Ну, в обычных катках, приключешках их нету. Я обычно там не использую. А вот на пеньке, на тяжелых всегда почти использую. Ай, быстрее. Я умыться хотел сходить, точно. Я это сделаю. О, подбодрило вроде как. Подбодрили эти. Я буду с этими пока растяжками играть, а потом уже подумаю. Так, ну понятно дело, кошечки. Кошечки, они... Персики. Эти ваши кошечки. Э? А где что-то вот... Во, вот это... Не, я этих не хочу, они не прокачаны. Давно я лаву главу не брал. Кста. Кста, да. У тебя можно прокачать, ну-ка. Прочность и перезарядка. Ну окей. Рад за тебя. Так, как бы поиграться-то с вами, зомби? Зомбусики, зомбята и зомбинята. Надо... Во, самое время, да, играться вот с этим вот. Вот, вот с этой вот штукой. Тогда для тебя нужно что-то защитное. Защищенное. Защищательное, во. Чтоб тебе такое защищательное взять. Че ж тебе такое взять-то? Че ж такое классное это тебе? Не, это дорого и неэффективно. Вот, давай тебя возьмем. Вот так вот тебя защитим тебя. Угу. Хоть посмотреть на че... А, ну у меня третьего уровня даже. Ничего себе, блин. Кабачок четвертого. Представляете? Видать, я очень люблю кабачки. О, русалка, привет. Русалка без... вышла наконец-то на берег. Ариэль! Ты смогла, ты справилась, ты молодец. Я тебя за это уважаю. Ноги только это. Ты должна была отдать. Нет, наоборот, хвост. Но если он тебя не полюбит, станешь ты пеной в морскую. Вот тут-то, да? Интересно. Ну-ка. Просто вот как это сработает? Насколько она эффективно их убьет? Ну мы там, понятное дело, кабачок поставим на всякий случай. Мы ж не доверяем ей, да? Ого. Тут-то по кошаку. Ну ты чё, кабачок, у нас тут эксперимент вообще-то был. Ну-ка, конус, 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 как эффективно будет изничтожать. Оух, а у меня что-нибудь есть бахнут? А у меня есть вот что. Ага, все нормально. Сейчас посмотрим, что он сделает с конусом. А, ну да. А ульта у тебя какая? Ну-ка. Ты на постоянку это делаешь? Или временно? Не понял. Типа, я зарядил обе, да, на постоянку, как я понял? Че выжил-то, слышь? Кабачок тут выживший. Да, они на постоянку, смотрите, шпарят, да?
Вот тут надо вот это вот помочь, конечно, будет. О, ведро, 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 Вич. Ну тут я тебе вот так вот, конечно. Где там Гарехт? А как тебе? А это вот так вот, да? Тоже ульту, да, используем? А если сверху? Интересно. Но надо магниты брать, да, чтобы эффективнее было. Спорить не буду. Ну-ка, а сверху, если она будет мощнее? Это снизу-то напряглись, а сверху? Ну, пока непонятно. Непонятно, да, пока. А чё музыка-то изменилась? Но ты-то это, не балуй только. А, все. Хорошо, говорит, не буду баловать, папа. Тут главное попросить, говорит. А хотя тебе. А ну это все уже, да? Это все справится. Ну, мопцы, конечно, пока легенькие. Что-то как бы говорить громко, заявлять нет смысла. Ну, кроме вот это. Ведра. Ведро, конечно, это ведро. Что тут скажешь? О, вот этого я вообще не понял. Мне его давали, но я не... Он три раза стукает, и все. И то есть за 75 польза от него какая? Сколько? Он, когда я его использовал, никого не убил. Вроде так это было. То есть урон у него не такой уж прям, что большой. Зато, возможно, с этими, да, он там... Угу. Они как-то его бафнут, возможно, и он будет хорош. Надо тестить, надо смотреть, но... Зеватушки! Давай, Дэйв! А... Чё, послён? Еще одно теневое растение, пользователь Дэйв. Темное растение, какое теневое? Блин, Пенни. Само по себе она раздает... Раздает зомби пощечины? Но стоит посадить его рядом с лунным цветком, оба растения усилятся. А, ну вот я в этом, ну, сразу видно. Настоящие друзья. Это как ты из Така, да? Это рэпер. Он-то подкидывает, да, вперед? Ну, что я хочу сказать насчет смородины, непонятно. Вот, то есть, ну, как бы, не видно ее особо дамага в плане того, что все мопцы легкие, а ведро проходило. Такие, ведро два луча проходило. Значит, ну, не сказать, что там сильный дамаг. Вот. А киса ведро раз, это, просто разносит в клочья его. Где, кстати, ты? А, мне тебя дали. Тогда вот это убираем, да? Кисок берем. Мины берем. Гуа... Ну да, возьмем, что. Что не взять-то? Конечно, возьмем. Так, ой, да что такое вообще? Я сегодня, да, не выспался. Сегодня с самого сранья пришлось в больницу это ехать. И я так в итоге нормально-то и не посмотрел. Я приехал, конечно, спать-то лег, завалился. Ну, назвать, что это норм... А, тебя можно ап... А, тебе мне еще не дали. Ну, сказать, что я выспался, как бы... А не, я могу улучшать. Или мне его только что дали. Что-то я потерялся. Ну, урон у него 120... Ну, урон сильный. Сейчас посмотрим, как он будет с этим взаимодействовать. Он только в миле или... А есть как-то почитать тебя? Ну, ладно. Пойдемте дальше. Это еще можно взять. Хорошее. Классное. Офигенное. Че, кто у нас там будет? Давайте возьмем...
я ведер не вижу. Да как без ведер-то? Не, я думаю, без ведер вообще никак. Как вы считаете? Надо этого взять, вот это вот, на всякий случай. Он поможет, он спасет. Выручит, да донесет. Так, тебя уже можно сажать. Вот сюда посадим, да? Так, ты иди там давай уже. Зомби! А, он пулякать начинает. Вон она, что он делает. Так, да можно денежка в 100? Так, и тебе к 100. Ты убьешь его? Спасибо, блин. Неужели вы решили денег мне принести? Чё ж вы так? Неожиданно, конечно. Так, это-то сюда посадим, да? Ну, ты понятно, да, справишься со своей задачкой. Сюда, да. Угу. Так, вот сюда сразу посадим. О-о-о, полегче, полегче. Дениска, блин. Сюда, да. Вот сюда, конечно. И вот сюда. О, да вы хорош. Что творите-то? Доигрался, да, типа? Чё-то вообще, да, меня решили пробить? Пробитие засчитано, я понял. Так, это вам. Ни хера ты там сожрал просто. О, тебе, кстати. Так. Ладно, вот тебе. Посмотрим, кстати, что ты делаешь. Ты типа... Я не понял, они вообще сильные? То есть, как бы, за 75... А, ну они 75 стоят, да. Не, ну если бы я их изначально бы делал в самом начале, да, то есть тогда у меня такой херни бы не произошло, потому что я думал, они же типа в миле били на самом деле, кажется. И когда они с... у них, ну, окей, то есть за 75, ну, приличный урон еще имеют. О. Хорошо. О. А ведер, кстати, не было. Так, я не знаю пока. Ну-ка, давайте почитаем про него. Может, что интересное расскажет. Урон у него, ну, блин, вообще какой-то огроменный урон. Ну, он, конечно, кидает реденько, да, так. Ну, стоимость 75. Но есть какой-то подвох. Я пока не понял, какой. Ну, я не заметил в нем чего-то такого офигенного с таким вот уроном. С другой стороны, он реально кидает редко. Когда кошка нанесет 3-4 урона, да? Раза полоснет. Этот там хер знает сколько. Так, ну ладно. Еще возьмем его на потестить. Потом нам вот тут и на что-то будет занимать, да? Занимательная физика. Так, нет. И вот тебя-то мы как раз таки возьмем. А ты где? Вот он ты. Я, пожалуйста, вот так вот, да. Я хочу, чтобы сюда что-то ставить еще, да? Давайте бокс-чоев возьмем. Мне кажется, они там отлично зайдут.
Вообще я туда мины буду делать. 4000 солнца нужно. Да блин, все забываю, что нужно сажать. Ну, хотя вот таким способом походу не стоит сажать, да? А, даже так. На текста. Блин, зачем я сейчас его убиваю? И почему я поставил не на ту клетку? Я не знаю. Пока что творю, мне непонятно. Ари. Кто вздумал тут, да? Кстати, будем сразу сюда ставить, да? И зарабатывать. Это же получается для меня почти бесплатно, что там сразу дают. Что я сделал сейчас? А, ну да, вот это я и делал. Там. Угу. А, ты вот такой вот наглец, подлец, да? Так, можно, да, мне кошечек? Так, это тебе, это тебе. Так, это вот сюда. Это вот сюда. Так, это вот сюда. Угу. Это вот сюда. Так, это вот сюда. Так. Вот это вот сюда. Угу. И вот сюда вот так вот. Тут же есть три. Или типа она четыре. Я не знаю, как это считается все. Так, вот сюда. А, вон он что-то сделал, да? Деда. Угу. Можно мне какую-нибудь вот... Это вон, кстати. А, я дем! Два косаря всего! Так, вот тебя есть. Да хорош, не бей ты. Палатка должна стоять. Косарь еще нужен. О, нормас. Надо туда сажать-то это все было. Так, вот сюда еще. Во! Все! Затащено. Не, ну с палаткой повезло, что она стояла, да? Я не знаю, короче, не очень мне. Ну, кошки лучше. Согласитесь, кошки всегда лучше, да? Но только не для собачников. О, здрасте. Да не, что ты сейчас будешь мне показывать? Я понял, да. И тебя еще дали. Так я не понял, насколько это все эффективно. Возможно, с темным горохострелом. Темным, темным. Все было бы намного интереснее. Но я, короче, вот что скажу вам. Вот иди отсюда, и ты тоже. Никакой темени. Только свет.
Аллилуйя, братья! Выйдите к свету. Или к свете. О, ты будешь, да? Ну тогда... А ты-то что тут что делаешь? Я тебя так по приколу брал. А ты решил остаться, да? Ну хорошо. Я бы взял бы вот это. И вот это, да. Поехали. Херней страдаю, но мне нравится. Пока вначале можно пострадать херней, нужно пострадать херней. Согласитесь. Потом будет душить. Я ж это помню. Будут катки, где меня задушат. И так что надо пока отдыхать. Ай-яй-яй-яй. О, опять русалка к нам идет. Ариэль. Привет. Как твои дела? Это сюда поставим, да? Угу. Что я делаю? Ну ладно. А тут вот, да? Чтоб их все бахнуло. Ага. Комбо-ломбо. За 50 троих убил. Так, тебя нужно убить обязательно. Так, тебе вот это вот. Тебе вот это вот, конечно. Так, тебе кабачок, товарищ. Газета вообще, это самый жесткий мопец тут. Нихера себе, откуда там тут взялся. Сюда, ага. Кабачок, да, что творит вообще? Этот безумный кабачок. Тебе, кстати. Тебе, кстати. Сюда, ага. Кабачок можно? Вот сюда, да? Так, вот сюда. Бля, кабачок. Сверху идут как. Нихера себе! Реально, да, вот так вот. Жестко. Так от тебе, кстати. То кого, да, съест? Он съел моего тигренка. Кто съел моего тигренка? Вытащил. Тут маленькие, да, какие-то они? Что-то как-то быстро они меня. Ну да, если бы я тигров посадил, возможно... Ну хотя... Вообще заточили кабачки. Да кого ты? Давай пропускай. Мы поняли все. А? Метательница. Ну посмотрим, что она может. Я не помню, чтоб мне ее давали попробовать. Вообще не помню ее. Не помню. Оу, полегче. Пользователь Дэйв, я наблюдаю своеобразную сетку из растений. По моим данным, их можно менять местами, чтобы составлялась цепочка из трех или больше... А, ну это было же такое, да. Три в ряд. А я когда-то в такое на телефоне рубился. Я тоже. Не, ну имеется в виду, как бы это... Не на смартфонах сейчас это, да, они там дохрена этих три в ряд там... всяких конфеток, алмазиков, херязиках. А раньше, вот на тех старых телефонах, на тех древних у меня был... Я только купил только цветными экранами телефоны появились, и у меня было три в ряд. Ох, я ее замылил. Мы также можем улучшать растения, тратя солнечную энергию. Составьте 100 цепочек, чтобы победить зомби. Хорошо. Так, надо разобраться как.
Меня через 7 часов будет... Ну, я понял. А как? А, вот это, да? А, нет, это другое. Подождите, а как менять? Понял, да, все, все понял. А как улучшать-то там? Я не помню, как улучшать, так что мы займемся конкретно. Да? Так. Не вижу ничего, ни хера себе. А, ну вот капустка, да? Ну где ты там? Ну хоть что-нибудь. А, вот опять капустка. Она даже мигает, кстати, подмигивает мне там. Эй, говорит. Угу. Так, орехи надо тоже, да, типа. Вот сюда давай. Вот сюда давай. Вау, и дали комбо-бомба. Вот с... Вау, четверочка. Воу. А если я типа. Ага, используется удобряшка. Воу. Орешки. Типа все сломали, да, там? Все, понял. У меня деньги, да, копятся? Я могу что-то улучшить. М-м-м. На 2000. Нихера себе. Ты капустку-то не ешь, слышь? Капустку мою ешь, блин. О! Как тебе сделать-то? Можно, чтобы было по красоте, да? Вот так вот. И вот так вот. Угу. Так. Улучшить. Давайте, да, улучшим. Да-да-да-да-да. Вот, кстати. Угу. О, нихера себе, питыга пошла. Вот это да. Ой-ой-ой, что творится-то? О! А ты куда пукнул-то? Зачем туда? Куда-то... Ой, четвертый... Ну все, все, меня не остановить, походу, да? Этого парня никто не мог остановить. Вот еще ульта. Так, сколько... Ну ладно. Я бы, конечно, драконов бы лучше улучшил. Все, что ли, кончилось, блин? А нет, еще есть. Так просто не закончилось. Все, а теперь точно кончилось, да? А не... Помигало даже. О-о-о-о. Давай тебя. 2000. Кого улучшить-то? Я бы лучше на арбузов улучшил, если честно. Арбузы мощные, сильные. Меня там уже пробивают. Где? О. Опять капуста, блин. Сколько капусты? Так. 2,5 нужно. Еще 200. Да. Еще полтяха. Вот сюда давай. Давай, арбу. Пойдет, ну. Так, арбузяны, значит. Ну да, я вижу, вижу. Да не, не видел. Вот так вот, вот так вот, ну. Что тут еще можно сделать? Воу. Бомбито. Вот так вот, да. Вот так вот. Ой, там что-то произошло крутое. Это нет, нет. Эй. А, да ну ты брось вообще. Это подстава, я считаю, была. Так, да все, да, получается? Давайте скинем, что-то какой-то расклад не очень вообще. Не нравится мне тот... Вот, где вот, вот, да. Как-то на говнатого. Не, нифига, да, уже тут-то? Два ряда, получается, пробили или нет? Да, я вижу, вижу. Ну, драконы не очень, потому что далеко все находятся. Находились бы близко, были бы очень... Давай тебя, 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 тебя сюда. Ой, там 4 можно было сделать. Ну ладно. Тебя. Остались 750. Где тут еще есть что? Вот тут есть, вижу, да. Блин, ну можно из драконов. Вот давайте вот так сделаем. Вот так. Ага.
вот сюда, конечно, мы сделаем. Вот сюда вот так вот сделаем. Вот, вот так вот сделаем. Вот так вот сделаем. Угу, вот так. Так, давайте вот этих улучшим, конечно, до огненных. Пусть огоньком лупят. Где у нас там что? Вот это да, у нас есть. Угу. Вот так. 82 цепочки еще так до хрена. Ой, что-то нечаянно что там нажал. Не собирался, так получилось, ну. Так, что-то я потерял. Ну-ка, помигай. А, вижу. Ну-ка, вот так вот, да. Уа, сейчас еще будет ульта. Готовьтесь, ребята. Зомбята. Вот так вот, ну. Вот так вот. Это можно выкопать кого-то там. А это типа их молнии перемануть, да? Ну, чё это? Ну, мне не нравится такие. Это все-таки не про растения. Это чисто аркадка такая, знаете. Вариация. Ну, не сказать, что да, вот ты играешь конкретно про башенки. Это что-то другое. Это разнообразить они таким способом хотят. Но это на уровне кат это. Боулинга. Вот это он мне тут бесил вообще по-прежнему. Бесит, если честно. Я когда же думаю об этом, меня оно бесит. Это не так сильно бесит, конечно. Ну, не сказать, что оно нужно в этой игре. Ну, может быть так, что для размытия контента, разнообразия. Пользователь Дэйв, мои датчики уловили повышение уровня гелия. Типа будем вот так вот делать. Думаю, нам может встретиться парочка зомби на шарике. Зомби на шариках. Чё не могли? Пиздить растения, да? Терпеть не могу парочку зомби на шарике. Нет, это те, которые на тарзанках воровали. Он просто, да, летает. А тут опять, да? Ну окей. Ну да, у него очень маленькая эта скорость атаки. Прям жесть какая маленькая. А вот это будет снирать, что-то куплю. Ага. О, факел идет. Факел, ты что идешь-то? Кто тебя звал, факел, сюда? Угу. Вот это да. Ты стреляешь вообще по нему, брат, друг, блядь, сват. А, даже так, да? Классно, да. То есть они настолько прочные, да? Блин, оно у меня есть ульта, если что, конечно. Да реально, да? А ну так ладно, сбили, блин. Давайте сюда поставим. Да, угу. Это надо закопать. Блин, бесите, а? Вот реально бесите, если честно. Еще и воровайки пришли, да? О-о-о, полегче, полегче, полегче. Понятно, нахрен. Еноты сожрали их. Еноты!
я... Да, 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 правильно все делаю. Хочу два ряда сделать. Спасибо, ну. Давай быстрее. Угу. Понятное дело, что ты сейчас полетишь, блин, сразу же, чтоб не полететь-то, да? Бьете его, блин? Вот опять, да? 25, ну. Быстрее. Так. Ох, разломы-то куда без них-то, да? Чё, белки-то откуда? Жёстко, 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 конечно, у вас тут. А можно ещё мне вот ту хотя бы? Ну всё, конечно, вся жесть из-за вот этих вот говнарей. Угу. Я в ахере с вас, блин. Можно мне еще одну ульту хотя бы? Да не убьете реально шары. Ладно, убили. Так это вам. Бля, ну. Чё, как от этой играть? Я что-то не рубанул. То есть это вот так вот, да? Классно, но. Вау! То есть это реально, да, мне вот с этим нужно это победить, да? Ну прям классно. Так, за себя счастлив и рад. Даже так уже сразу же, да? Просто не тратить бы, да, на него как-то.
Да неужели, блядь? Просто у него это... Я одну ульту лишнюю трачу. На самом деле. Сейчас бы я мог, да, ее использовать. Угу. Да давай быстрее ты ставься, блин. Эй, полегче, Валерики. О, у меня есть ульта, если что. Смогу откатить. То, конечно, да, ну ладно, пойдет. Короче, сюда надо еще. Да вы издеваетесь, реально, уже нужно откатывать. Охренеть, они сожрали, блин. Вы в реально, да, вот это вот так вот, да? Да как это? За бред, блин. Жесть, конечно, да? И там, смотрите, да, какая банда сота идет, да? Ну я хер знает. Как вот это пройти? И там прошли вообще, да? Жесть. Что за тупость, а? Вот реальная тупость. Вот если честно, это тупость тупостей вообще. Максимальная эта тупость в том, что... Ну, хотя я сейчас понял, что я слишком много этих делаю. У меня слишком много... Ну, я к тому времени хотя бы успеваю растения наделать. 4 хватит. Может быть, и хватит 4. Если у меня их будет бог, блин. Ну, у меня опять нету денег на вот это вот.
Ну понятное дело, блин. А сейчас денег же нету ни на что. Уже его! А на этот раз в другом месте появился разлом, ничего себе. О, белки пошли, блин. Блять, не то посадил. Ну ладно, вот так и сделаем. Три бы откатывалось, да? Так, ты вот это вот смотри, пожалуйста. Ух, мой кус. Чё это такое? А! Так, это нате, пока пожуйте. Да охренеть можно просто, да, вот там вот. Пожуйте, кстати. Вот так вот, да? Угу. У меня еще есть одно, мне бы как бы его. Угу. Сохранить бы до конца. Так много осталось, может быть, получится что-то. Пока. Так, это тебе. Так, того убьют уже. Так, вот сюда поставим. О! Да иди ты нахер, а? Говна ты кусок, на тебе. Выживи, блядь. Это девятая, да? Ну да, опять дали вот эти вот растения. Ну неужели? Фу, это было сложно. Соглашусь. Хорошо, ну как сложно? Не сказать, что сложно-сложно. И посложнее бывали катки, но это было сложненько, да? Я думаю, на этом... А мы же сделали, да, 5 каток? А ну 9, значит, сделали. Значит, все нормик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До встречи в следующей серии. Удачи!